соревнования по тхэквондо. Я занял первое место. Вы можете меня поздравить, поставить лайк и подписаться. Сегодня, как я и обещал, мы будем проводить второй урок по шафл-танцу. Кстати, как у вас получается первое движение? Хорошо ли вы его выучили? Потому что сегодня будет сложная вариация первого движения. Это движение выполняется только когда мы танцуем боком. Потому что когда мы танцуем прямо, этот технический прием не заметен. Для того, чтобы это движение получилось, мы должны правую ногу поставить на носочек рядом с левой. И также опустить на пятку. Также и с другой ногой. Поднимаем на носочек, опускаем на пятку. В этом движении должно быть два прыжка. Давайте попробуем вместе со мной фок. Мы делаем новую вариацию, а прямо старую. На следующей неделе.